Привет, вы на канале Helen V. И по опросам в Инстаграме вы выбрали тему лизунов. И я буду снимать, что будет, если перемешать вот этот лизун, ну то есть слайм, и жвачку для рук. Что же будет, интересно? Или вообще ничего не будет? Ну, вы пока подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Понятно? Так, такой вот у меня слайм, единорожек. Минус его в том, что если его не ставить все время в холодильник, то тогда он будет очень липким. А если ставить его в холодильник все время, то он уменьшается. Он уменьшается, потому что он ко мне раньше прилипал, и поэтому я выбрасывала остатки, которые прилипали у меня на руках. Ну или смывала в раковину. А это жвачка для рук, она очень твердая, кстати. Очень твердая. А я думала, что это очень крутая жвачка для рук. Ну, потому что она светится в темноте, наверное, я добавила сюда блестки. Ну, вы видели в Инстаграме видео. Так, сейчас откроем. Так вот. Послушайте. Сейчас я приложу микрофон. Ну, то есть наушники. Как микрофон. Слышите меня? Да, слышите. Сейчас приложу. Вот так вот. Ну как, кайф, да? Сейчас я обратно. Так вот. Сейчас вот это вот месиво надо убрать. Ну, то есть, не убрать, а вот так вот вывалить. Ну, я буду не все смешивать, потому что мне жалко, потому что если что-то не получится, то не знаю, что будет. Короче, он такой прикольный. Ну, правда, он рвется, если его все время в холодильник. Кстати, еще он холодный сейчас. Я его все время в холодильник ставлю, когда я им пользуюсь. И еще после него остаются блестки. Вот. Видите? Наверное, не видите. Так. Чуть-чуть вот здесь берем. Это чуть-чуть. Хотя, возможно, это много для меня. Для меня это чуть-чуть много. Если что. Так. И теперь... закрываем крышкой. Ой. Закрываем крышкой слайм. Да что ж ты не закрываешься-то? Простите, что я плохо держу камеру. Я же начальный видеоблогер. Так. Шипачка для рук. Вот. Здесь пузырик. Сейчас я его как... О! Я лопнула этот пузырик. О, как он твердущий. Ну, он иногда только это, хрустит. Так, и оторвем вот здесь вот. Ой. Кстати, те, кто не смотрели видео... ну, рубрику «Стик передает», то посмотрите быстрее, мы пока подождем. Ну, ладно. Так. Берем слайм. Вот, это слайм. Это жвачка для рук. Они обе блестят. Что же будет, если смешать? Тан-тан-тан-тан-тан. Ой, фу! А нет, не фу. Слушайте, она не прилипается. Я хочу же прилипнуть. Она нет, она не прилипается. Вот, смотрите. Она очень легко отлипается. Все. Вы только прикиньте. Послушайте, а если вовнутрь, как пирожок, и вот так... Ой, нет. Не получается, похоже. Ай, бяка.
Короче, вот. Вам видно? Да, вам видно все. Боже мой. Да, на камере она блестит очень хорошо, потому что у меня свет. Фу, бяка. Мне это придется выкинуть. Это на рвоту похоже, вот. Вот на что это похоже. Это похоже на рвоту. Ну реально, смотрите. Так, ой. Допустим, возьмем стикбота. Ой. Возьмем стикбота. Вот он ходил, ходил, и у него заболел живот, и его вырвало. Видите? Я думала, получится что-то интересное хотя бы. Ну, я, конечно, знаю, что из этого ничего такого не получится. Хотя подождите-ка. Наверное, если подождать чуть-чуть, ну, точнее, не чуть-чуть, а может даже и целый день, то возможно... А, она ко мне прилипла. То возможно, возможно, что это будет отличный слайм. Кстати, жвачка теперь стала мягкая, а не твердая. Может, потому что я ее разогрела? А слушайте, а может это слайм впитался? Смотрите, а слайма-то и нету. Слайма-то и нету, не видно его. О, круто! У нас теперь жвачка слайм. Реально что-то прикольное получается. Слушайте, вот этот слайм, он прыгать не может. А вот это может. Давайте попробуем. Может, он прыгать будет. Нет. Сейчас я обратно надену наушники. То это... Меня не слышно, наверное. Да, меня не слышно, похоже. Ну, короче, это вещество не прыгает. И похоже, я его выкинул. Хотя не знаю, может быть, и не выкину. Может быть, Алисе дам, она будет играть, потом прилипнется. Хотя ей нельзя давать слайм, потому что она, как всегда, прилипнет. У нее теперь вся подушка в слайме. Ой, то есть в жвачке для рук вот этой. Хотя... Но она очень сильно липнет. Даже несмотря на то, что вот эта вот штука была в холодильнике. Наверное, из-за вот этой...